В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 2-го отдельного специализированного батальона Дорожно-патрульной службы ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с сотрудниками Главного управления наркоконтроля МВД России на Каспийской улице была остановлена автомашина марки Mercedes-Benz. Полицейские обратили внимание на пассажира, который начал заметно нервничать, в связи с чем было принято решение произвести его досмотр. В сумке 26-летнего мужчины было обнаружено и изъято наркотическое средство метадон общей массой около 500 граммов. Следователем ОВД по Южному округу столицы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу.